Щелковском центральном дворце культуры прошел праздник «Рождественское чудо». На него привели детей с ограниченными возможностями здоровья, как проживающих в семьях, так и в социальных центрах, школах-интернатах и детских домах. Для них общественники и волонтеры собирают подарки и пожертвования. Акция проходит при поддержке местных администраций городских округов Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский. Праздник красивый, театрализованный, с участием огромных сказочных великанов, встречавших гостей на площадке перед Дворцом культуры. В фойе артисты в костюмах пели и танцевали вокруг великолепной елки. Этот праздник, который завершает уже 7-й год, проходит в этом Дворце культуры Щелковском и завершает нашу акцию «Рождественское чудо». Сюда приглашаются около 350 деток, детей-сирот, деток с ограниченными возможностями, из малоимущих семей. И мы пытаемся вот эти 3 часа силами очень-очень многих людей, артистов, волонтеров, сделать их на эти 3 часа счастливыми. Такие праздники делают жизнь ребятишек, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, радостнее. Наполняют чувством уверенности в том, что можно жить, несмотря ни на какие трудности. Мы собираем подарки для детей-инвалидов, для детских домов, для многодетных семей в трудной ситуации, в которой живут. Вот. Мы собираем эти подарки, упаковываем, развозим, дарим радость. Ну, как бы дети рады, семьи рады. Вот. И мы как бы сплоченнее становимся. Также мы помогаем, кроме как праздник, мы и так помогаем, кто обращается к нам. Родители детей, имеющих ограничения по здоровью, объединяются и участвуют в работе общественных и благотворительных организаций и групп, которые оказывают семьям всевозможную посильную помощь. Почти 10 лет нас приглашают на ежегодный праздник «Рождественское чудо». Наши дети дома сидят, они уже и не дети, они уже взрослые, но для них это такой большой праздник. Вы знаете, это вот от всей души. Нам очень приятно, очень трогательно, что нас приглашают фонд, и что наши дети нужны не только нам, но еще кому-то. Для гостей устроили застолье с разнообразными угощениями, а затем в актовом зале прошел концерт, где выступили певцы и исполнители из художественных коллективов Дворца культуры. К празднику для каждого ребенка приготовили подарочный набор. В целом же, в ходе акции «Рождественское чудо», которая продолжалась весь 2019 год, подарочные наборы получили более 800 детей. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.